как сейчас живет бывшая жена Владимира Путина. В сети появились снимки Заморского дворца, где проживает сейчас бывшая супруга президента России Людмила Путина. Журналистам удалось узнать, где живет и чем занимается Путина. Настоящей сенсацией для всех стал развод президента России, ведь его все считали образцовым семьянином. Но по факту жизнь главы нашей страны оказалась совершенно другой, по сравнению с той, которую показывали по телевизору. Спустя 31 года совместной жизни Людмила Путина решила оставить семейное гнездышко. Согласно имеющимся сведениям, супруги приняли обоюдные решения о разводе. В 2016 году Людмила Александровна вышла замуж во второй раз. Ее новым супругом стал 37-летний Артур Очеретный. Его фамилию сейчас носит Людмила. Несмотря на большую разницу в возрасте, супруги счастливы в браке. Стоит сказать, что пара познакомилась еще в начале нулевых. Сейчас Людмила очень редко появляется на публике, но некоторые факты из ее биографии и предпринимательской деятельности все же иногда всплывают. Некоторые источники утверждают, что роскошная вилла бывшей супруги российского президента находится на юге Франции, а именно в курортном городке Биарриц. Приблизительная стоимость такого особняка составляет около 7 миллионов долларов. Также говорится о том, что в этом регионе проживает и дочь Владимира Путина Екатерина Тихонова. Местные власти говорят о том, что владельцем дворца является некий Артур Очеретный. Он приобрел виллу еще в 2013 году. В прошлом году появилась новость о том, что Людмила стала владелицей 8 участков в поселке Миллениум Парка, общая стоимость которых составила 380-432 миллиона рублей. Эта покупка была сделана с той целью, чтобы потом приобрести недвижимость на территории Франции.